река пылала от лунного света. Не то что на стрежне, а даже в тени кустов от всплеска рыбы крутились и бежали серебряные кольца, спирали и серпы медленно угасавших волн. В низинах белым заревом дрожал пар, светились мокрые ивы у протоки, светились огоньками росы верхушки осоки, словно там курили охотники. В палатке, куда мы уже забрались на ночь, табачным дымом синел и желтел лунный свет. Заколдованное царство! Разве тут уснешь? Пусть кто-нибудь рассказывает сказку, что ли. Зачем кто-нибудь? Пусть капитан рассказывает. Про царевну, которая будет поцелуй. Пусть докажет капитан, на что он способен. Царевну не встречал. Видел бывшую румынскую королеву маму Елену. Подойдет? Нет, не подойдет. Стара и зла. Да ты парнем-то когда-нибудь был, капитан? Вспомни в интересах коллектива. Вот, кстати, о красоте. Что она такое, красота? Определяет ее античными пропорциями. Ну, нос такой-то, лоб такой-то. И веришь, что это правильно и хорошо. А не трогает. Или расписывают зримо. Косы золотые, глаза голубые. А что такое золото? Оно же холодное. Золото на блесну бы хорошо. Да. Судаков уж или спёров ловить. Здорово бы светилось под водой, и песком чистить да. Не надо. Да, красота – это душа, характер. Вот когда все эти золотые да голубые вещи при ярком характере живут, даже ни в юности, ни в седине не забронируешься. Не поранит, так все-таки зацепит за сердце. Вот такая и появилась у нас в селе. Было это году в 26-м, да? В 26-м. Когда переехал к нам на постоянное жительство из недальней деревни некто Хмельков Петр Иванович. Купил он себе избу, огородик, но землей не занимался. А шил хомуты, сиделки, шлии. Человек он был по деревенским понятиям, но так себе средний. Таких у нас не обижали и не жаловали. Все равно, что есть, что нет, живешь и живи. Жены у него не было, умерла. Хозяйничала какая-то троюрная сестра. Так бы и сидели они в селе неприметно, если бы не дочь шорника Соня Хмелькова. Она в наши хороводы и гулянки вошла, как искорка на сухое жневье упала. Смотришь, не тут, так там. Горит. Рассмотрели ее не сразу. У нас в селе в каждом третьем доме по красавице жило. А село большое, протянулось километра на три. Помню, появилась в первый раз в воскресное предвечерье. Сидит в стайке девчат на бревнах. Глаза серые, чуть диковатые. Так смотрит, словно в первый раз улицу видит. Волосы светлые, с пепельным оттенком. Как говорят, чуть сумеречные. Губы пухлые и добрые. Так ногой по бревну постукивает, будто дальнюю музыку слушает. Меня, миленький, да
Подошли к ней два наших коновода. Один красавец-пивун Никита Сомов, а другой приземистый, осадистый, как у нас говорят, курносый задира Сенька Стрельцов. Грудь у него колесом, рот в беспричинной улыбке, остановились перед Соней Хмельковой, оглядели, словно вещь в лавке, значит, оценили. Ничего? Чего? Со скуки, а? Со скуки ничего. В будний день, конечно. Ой, девчата, сами себя губите, а да вы пореже к нам ходите, помилее будете. У Сони Хмельковой горлом судорога прошла, как проглотила что, но молчит. А вечером вся ребятня, а нас от подростков до женихов было около 50-ков, знала Сонька Хмелькова так себе, ничего особенного. Так и повелось. Посидит она с девчатами, к песне иногда робко пристроится и незаметно домой. Не знаю, не то скучала она о ком, не то присматривалась. В Троицын, не то в Духовде. И тогда еще комсомольской ячейки в селе не было. Праздновали по старинке, всю улицу зеленью убирали. Вот в Троицын, не то в Духовде. Собрался огромный хоровод. Завели девчата, прилипли стар и млад. Потом гармонист, разогретый праздничной бесшабашностью, рванул русскую. Подруги в насмешку вытолкнули, то ли парень за руку вытащил, но в центре круга оказалась Соня Хмелькова. Постояла, недоуменно поглядывая, чуть суженными от настороженности серыми глазами, подалась назад,
словно собираясь нырнуть в толпу. Потом снова выпрямилась и совсем незаметно сделала маленький шаг, другой. И показалось, сама дорога двинулась, да и поплыла под ней. Когда не знает, как танцуют русскую. Стопотом, с дымком из-под каблуков. А она танцевала не как все, по-своему. То гнулась и покачивалась, как березка под ветром, то вдруг кружилась, приседая и поднимаясь. Ромашкой распускался подол белого платья вокруг загорелых ног. Концы повязки дрожали голубеньким колечком вокруг светлой головки. Пухлые добрые губы раскрывались, раскрывались вдвое и раскрылись. Забелела, заиграла улыбка. Розовый платочек выпорхнул из руки, покружился, упал в пыль. И Никита Сомов, оттолкнув разинувшего от изумления рот Сеньку, бросился поднимать. А она прыгнула в толпу и убежала. Потом-то мы узнали, что у нее такие резкие переходы в характере не редкость. А тогда ничего не поняли. К Кате ходили, а эта троюродная сестра нам отвечать не стала. Свернула платок с подсолнухами и ушла с заваленки. Вечером Соня опять сидела на бревнах в табунке девчат. И совсем не так, как прежде. Подошел к ней Никита с примирительной улыбочкой, добродушно покачивая своим лучшим на селе черным чубом. Мы-то знали эту улыбочку и подход. Значит, обняв за плечи, поведет он вечером Соню Хмелькову. Будет стоять, привалясь спиной к палисаднику, будет шептать. Ох, мастер он был на эти дела. Значит, подал ей Никита платочек, попросил девчат подвинуться, сел рядом. Хочешь, провожу? Куда? Домой. Домой сама дорогу знаю. А куда бы ты хотела? Домой. Что-то я ничего не понимаю. То-то и оно. Не понимаешь, а лезешь. Как поймешь, приходи. Расскажи, послушаю. Что? Ну что ж, можно и подождать. А звать будешь? Кричи громче, я плохо слышу. А меня услышишь. Шепну и то услышишь. Придешь. Что? Чудный месяц плывет над рекою, все объято ночной тишиной. Я сижу и любуюсь тобою. Я любуюсь тобой, милый мой. Я сижу и любуюсь тобою. Я любуюсь тобой, милый мой. Ну вот что. Кого увижу с Сонькой Хмельковой, пеняй на себя. Да ты что, почему? Ты что? Высоко забирает. Пригнуть надо. Проучим. Да что ну, ты... Никита, я так велю. А меня вы знаете. А Никиту мы знали. Кто остановился ему поперек пути, мог больше не ходить на гулянки. Только один человек мог позволить себе пойти наперекор Никите. И это был даже не его дружок Сенька Стрельцов, а так малоприметный на первый взгляд паренек Алеша Круглов. Так никакой силы он похвастать не мог. Был для своих 16 лет, ну так нормально развит.
На носу слегка проступили веснушки, над высоким лбом торчал русый чубчик, выделялись у него только глаза, серые, глядящие прямо и словно непрерывно спрашивающие о чем-то. Ни при каких угрозах, ни перед кем не отводил он своих глаз. Никита по-своему любил этого невзрачного паренька и даже побаивался его, хотя и не мог бы связно объяснить, но почему именно. Алёша за поем читал книги, знал столько, сколько не знали все сельские парни вместе взятые. В 12 лет он отказался ходить в церковь, заявив, что Бога нет. Выдержал жестокую трёпку от отца, но решение не изменил. Вот в последние полтора года, в осеннюю слякоть и в зимнюю стужу, когда снегу до плетней и в стенах стреляют бревна, частенько тащился он за 5 верст в первую по округе комсомольскую ячейку. Лет 14 в ночном на лугу ему устроили отчаянные испытания. Значит, Бога нет, говоришь? Нет. Чертей тоже нет? Нет. И ведьм нет. И водяных. Переплыви реку. Августовская ночь была черна, как сажа. В омутах бились сомы. Казалось, что кто-то хлопает ладонями по воде. На противоположном берегу, на высокой меловой круче, шумел серебристый тополь. Он стоял одиноко и шумел в самую тихую погоду. И по селу истори шли слухи, что на нем отдыхают ведьмы. Входить надо было с обрывистого берега в омут, где 3 месяца назад утонул сверстник и приятель Алёши. Алёша побелел, когда ему предложили это испытание. Пригласил 2 дружков, те согласились, но, дойдя до берега, повернули назад. И тогда он поплыл один. Один! Щуплый паренек. По чернильной воде, в которой гуляли сомы, и под самым носом от взмаха руки лопались, как пузыри, тусклые звезды. Из-под меловой кручи он должен был подать голос, знак, что переплыл. И крик получился глуховатый, словно из-под земли. И в ту же ночь, когда он, намаявшись, уснул, 2 сверстника хотели ему по обычной забаве связать уздечкой ноги и прокатить по стерне. А Никита расшвырял ребят и сказал задумчиво, мол, не трёшь, эта голова ваших 2 стоит. На них может только лапти плести, как на колодках. Не побоялся, дескать, пусть спит до смены. Там загордится, говорят, ребята. Гордость – трудное дело, рассудил Никита. Человек не петух, покукурекал на плетне для красы и все. За гордость душа муку терпит. А Алёша Круглов не знал об этом разговоре. Не сказали, но стали его все меньше задирать, а все чаще расспрашивают в ночном о городах, о морях, о машинах, ну, обо всем, что приходило в голову. Сам Никита никогда вопросов не задавал. Он лежал на армяке, подперев голову кулаком, смотрел на огонь, молчал. Темные глаза поблескивали, темный чуб кольцом бросал тень на бронзовую щеку. Ну, артист! Капитан, наш рассказчик,
замолк. Показалось, сам заслушался кого-то другого. Над палаткой шарахнула, скрикнула ночная птица. Моторист, отогнув брезент, осмотрел лодку и закурил. Волчьим глазом метнулся в углу огонь папиросы. Двое подростков, путешествовавших с нами по Десне, спали, тихонько посапывая. Для них капитанская повесть была сказкой времен царя Гороха, а жизнь начиналась с войны, когда они двинулись собирать стреляные гильзы. Ну? Что ну? Дальше. Дальше. Кто был третьим? По-моему, тут должен быть третий. Два характера сцепились, а кто-то бесхарактерный увел девушку. Надоел этот драматический треугольник. Не ходи в театр, только и всего. Третьего не было. И жаль, что не было. Алёша увел с вечеринки Соню Хмелькову. Увел на глазах у всех. Знал он или не знал приказ Никиты? Чё-то, по-моему, знал. Но почему пошла вот с малоприметным Алёшей Соня Хмелькова? Наверное, чтобы насолить еще сильнее Никите. Вот на кого променяла твою красоту. Пошла и не знала, что сделала и кому насолила. Вот так повторилось и на завтра, и еще раз, и каждый день. Соня Хмелькова, менялась. Она стала самой неутомимой плясуньей. Много пела, шутила. И странное дело, ее любили все девушки. Велись вокруг нее, прощали. И считали само собой разумеющимся, что мы за ней все ухаживали. Засветилась, заискрилась Соня, как живая вода под луной. И скоро не осталось ни одного парня от 16 до 20 лет, который бы не набивался к ней в провожатые. А она с Алёшей. Бывало и так, что даже на вечеринку не идут. Сидят на лавочке одни. Ну чё ты кричишь? Никита, Сонька Хмелькова с Алёшей сидит. Что? Ну и что? Ну как что? Ты же сам приказал. Что делать? Ничего. С Алёшей ничего. Ему можно. Загордиться? Гордость – трудное дело. За гордость душа муку терпит. Его голова двух ваших стоит. Понял? Вот так-так. Алёша. Алёша. На Луне люди живут? Слыхала, живут. Правда это? Нет. Холодно там. Мертвая она, Луна-то. Жалко. Мне бы там пожить. На всю Землю разом поглядеть. На всю? Нет. Нельзя на всю. Половина видна будет. Все больше нашей улицы. Скучно тут. Здравствуйте. Здравствуй. Пришел. Пришел. Вот видишь? Вижу.
Побыть с вами можно? Спроси у Алёши. Мне все равно. Что? Садись. Садись. Давайте споем. Давайте. Село наше стоит на Крутояре. Глядишь оттуда вправо, влево, прямо. Стелются луга, зелеными кружевами вяжутся вокруг озер и проток Лозы, а дальше за лугом до самого горизонта синеют брянские леса. Смотришь и как будто летишь. А тут еще во весь этот простор песня выплывает негромко и раздумчиво, и плакать хочется, и бежать не весть куда, и к чьему-нибудь плечу прижаться, и совершить что-нибудь небывалое. И страдаешь, и мучаешься, и сам не знаешь за что. Песня у них получалась хорошо. В два мужских и один девичий голос. И пошло все каким-то чудным образом. Каждый вечер, или с самого начала заката, или после гулянки, сидят втроем, смотрят в неоглядную даль, поют. Втроем. А провожают Соню до калитки, или вдвоем, или Алеша. Одному Никите она не разрешала. Через неделю, что ли, да, так перед вечером, собрались все на меловой круче. А меня, милый, не целует, только обещает.
очаровал молодого паренька, а ничего его не держит ни болото, ни река. Меня милый провожал до калитки, до ворот. Я думала, поцелует, он стоит, разинув рот. Стоит Милка у ворот, широко разинув рот, и никто не разберет, где ворота, а где рот. А мы, смоленские ребята, хорошо песни поем. Кто девчат наш полюбит, все равно мы отдаем. У милого моего поговорочка на он, пускай будет на он, все равно люблю его. Я молоденький мальчишка, мне всего 17 лет. Откровенно заявляю, у меня залетки нет. А меня милый провожал, всю дорогу выображал. Если хочешь провожать, то давай не выображай. Эй, суженый, ну-ка завяжи шнурок на ботинке. Видишь, развязался. Замуж выйдешь, не допросишься. Сам пить, а меня на замок. А я не хочу. Ни к чему нам это. А ну, завяжи. Не буду. Ни к чему привыкать-то. А по-моему, так, как в присловии говорится. Если любишь, так послужишь, будешь с ножек воду пить. Кто послужит Соне Хмельковой? Ну, наверное, любой из парней принес бы платок Соне, но под тяжелым взглядом Никиты все застыли в ожидании. Никита посмотрел на Алешу. Тот сидел, не шевелясь, с крепко сжатыми губами, устремив вдаль свой вечно спрашивающий взгляд, и только на шее мелко и часто пульсировала жилка. В тягостном молчании прошла минута, потом Никита медленно встал, принес платок и, стряхнув белую пыль с брюк, сел на прежнее место. Видишь, послужил. Второй раз платок подбираю. Спасибо. Заслужил. Носи, не теряй. Не потеряю. Выйдешь за меня замуж, подашь сапоги. Верну твой цветок, отблагодарю. Не дождешься. Я упрямый. Могу и дождаться. Любишь, значит. Откройся при всех. Решись. Люблю. Зря. А я не для тебя. Я для себя. Мне так нравится, что хочу, то и делаю. Алёша. Алёша, подожди. Здесь шутки шутятся. Алёша не ответил. Уходил. Вечером она, прогнав Никиту, одна печалилась на своей лавочке, а на завтра послала свою боязливую тетку. Мы диву дались, как она ее уговорила. Послала тетку, чтобы та вызвала Алешу на улицу. И не стесняясь людей, не боясь пересудов, она ждала его у дверей. И опять в три голоса пелись песни. Так и шло до осени,
А осенью по горелым листьям, засыпавшим дороги, Алёша ушел в школу крестьянской молодежи. Недалеко, за 7 километров. А все-таки с села вон. Прощался, спрашивал. Не забудешь? Нет. Пока жива. А Никита? Что Никита? Ничего. Нравится ведь. Нравится. А сердце с тобой. Слышишь, как стучит? С тобой. С тобой, с тобой. Ага. Приходи чаще. Приду. Приду. И правда, приходил Алёшка, только не часто все-таки, некогда было. Учился там по селам культработу вместе с другими проводил. И Соня на вечерках Никита сторонилась. Домой одна или с подругой ходила. А зимой Алёша неделю на две приехал. После вечерки всю ночь ходили по снежной улице. Обнимет ее за плечи, да, щекой к щеке прижмутся, подумаешь, в сутеме-то один человек. Вот как сидели на крыльце, и опять Соня пожаловалась, что скучно ей. В артистке бы мне. А ты учись, учись. А где артистов учат? Не знаю. В комсомол иди, там клуб, там и учатся. Там и песни поют. В комсомол? Нет. По характеру не могу. Тут я первая, там к последним пристраиваться. Вот-вот. Вот и Никита такой же. Гордый. Никита, как я. Нас только двое и есть. А ты по-разному поступи. По-разному. По разуму не получается. Сердце, оно сильнее разума. Пойдем, походим. Холодно тут. Пойдем. Умный ты, Алёша. Хороший. Уйдешь, а я все буду вслед смотреть. Все звать буду тихо-тихо. Прислушаешься ты. Подумаешь, метель шумит, а это я. Соня. Ветер теплый прилетит, щеки обласкает. Подумаешь, весна пришла, а это я. Я. Соня, зачем ты так? Ничего, Алёша, это я шучу. Пойдем. Как-то спросили у Сони. Зачем ты мучаешь Алёшу? А чем я его мучаю? Никите хуже, а он молчит. И Алёша молчит, не жалуется. Ну, а дальше что? У Алёши есть любовь подороже, чем я. Книги, учения. 10 лет ему под этой любовью ходить не вырваться. А 2 сразу замучается. Ревнуешь? Ревную. Там, где я, там я одна. А как я ему скажу это? Не могу. А ты все-таки скажи. Знаешь что? Провались ты со своими советами. Мне и так плакать хочется. И ведь права она была. Первым Алёша от всего села шел учиться. Смотришь, дорогу проложит другим легче. И родители его, и мы, приятели, гордились им и боялись, чтобы не сбила его Сонька-то с пути. Парню и так круто приходилось, но и сказать ей об этом не могли. Наперекор сделает, еще хуже получится. Прошел год, наступило лето. И вот на меловой круче, над обрывом, стояли Алеша и Соня. Иди, Алеша, ты умный. Тебе далеко идти, очень далеко.
А я не дойду, на рукаве висеть буду. Характера не хватит. А как станешь виденный, я похвастаюсь по слабости. Мой был. Тебе Никита нравится. И ты тоже. Да у него только я одна и есть. Жалко его. А меня? Тебя нет. Впрочем, и тебя тоже. Он ждет тебя. Ждет. Соня, Сонечка, не ходи. Пойдем домой. Подумай до завтра. Не могу. Не ходи, Соня. С тобой может что-нибудь случиться. Может. Тогда через неделю свадьба. Не хотелось бы. Только что ж. Не ходи. Она ничего не сказала. Выпрямилась, как человек, бросающийся в воду. На одно мгновение всем телом прижалась к нему. Затем отстранилась и быстро пошла по тропинке, по той, куда бросала когда-то платочек. Пошла вниз, наискосок, к темневшему вдалеке садику, где, видимо, ждал ее Никита. Алеша коротко всхлипнул, наклонился к обрыву. Соня! Соня! Холодное равнодушное эхо отозвалось в прибрежных лозах на противоположном берегу Десны. Потом чуть потише еще раз в ракитовой роще у протоки. И уже совсем тихо, как звон пролетевшей пчелы у самого леса, и смолкла. Полная луна стояла над головой. Внизу по реке и озерам катились еще 70 лун, а над всем этим у мелового обрыва сидел и плакал Алёша, который никогда ни перед какой угрозой и опасностью не опускал своих серых, как бы вечно о чем-то спрашивающих, глаз. Кончилась первая любовь. Капитан встал, долго чиркал спичкой, прикуривая. Потом он прошел, шурша сеном, к выходу, отстегнул брезентовую дверь палатки. В узком прямоугольнике блеснул кусок реки, чуть подальше над низинкой белела полоска тумана, а еще дальше, у самого края луга, высоко светилось продолговатое пятно с размытыми краями. Видите? Все светится. Вот это та самая меловая круча. Полная луна стояла в небе. Все, что попадало в поле зрения, было облито дрожащим, струящимся, чуть зеленоватым светом. И на одно мгновение нам почудилось, что, пролетев через 25-летие, в воздухе плывет жалобное, печальное, призывное «Соня!». Капитан вздрогнул, вероятно, от ночной сырости пристегнул дверь и лег. И это все? А где она теперь? Соня-то и Никита? Она где-то недалеко в лесу, в могиле. Точно-то не знаю, я там не был.
Что-то у него случилось с фашистами, которые одно время оккупировали село. Кажется, под горячую руку зарубило топором ефрейтора. Бежала к партизанам. Убили ее на опушке, а подойти побоялись. Ночью унесли свои и похоронили. А Никита там, в селе. Уезжал к дочери на Урал, она у него врач. Но вернулся. Не мог оторваться от родных мест. А где Алеша? Капитан завернулся в одеяло и не ответил. Вы слушали рассказ о первой любви Николая Грибачева. Роли исполняли капитан, народный артист республики Борис Бабочкин, Соня Юлия Бурыгина, Алеша Сергей Яковлев, Никита Виктор Коршунов, Сенька Борис Сазонов, невеста Ольга Кознова, жених Анатолий Торопов, Настя Вера Бурлакова, Сергей Виталий Гаров, Петро Владимир Головин, Сашка Юрий Аверин. В эпизодах артисты московских театров. Солисты Екатерина Семенкина, Антонина Фролова и Раиса Лобачева. Оркестр народных инструментов Всесоюзного радио и телевидения под управлением Белобородова. Постановка Анатолия Липовецкого, звукорежиссер Федулов.